Добрый вечер, дорогие мои друзья. Вот я сейчас приехала из аэропарка. Слушайте, заколебали, ребят. Я не знаю, вообще ходят такие странные личности, знаете, пальцем прямо тычут. Ну, наверное, узнают после моих видео в интернете. Наверное, смотрят, видят и говорят, она, не она. Ну, в общем, вообще, я прямо удивляюсь, конечно, вот, что люди так реагируют. Вот. Вот, даже вот, понимаете, вот на такую шляпу. Вот такую шляпу. Вот все людей раздражает. Вот. Вас не раздражает такая шляпа? В общем, короче, я вот сейчас походила. Вот, хочу вам такую вещь рассказать интересную. Вот одену шляпку. Красивая шляпка? Вот. Ну, что-то шляпка их бесит даже, понимаете? Вот. Сейчас одна дама ходила, понимаете? Ну, девочка лет 20, наверное, вот. Красивая девочка. Стоит с мальчиком. Увидела меня, стала хохотать, пальцем показывать. Он бедненький, подхихикивает. Вот, понимаете, поведение мальчика, как и не мальчика, как не мужчины, в общем-то. Ну, ладно, если она вот такая своеобразная особа, да, вот она свои комплексы, как говорится, вот выражает таким образом, да. Что-то ей в жизни не хватает, что она может вот на другой женщине смеяться, так в открытую ему позволять, да. Вот, и, в принципе, поведение у дамы началось вообще такое странное. Вот я впервые с таким даже сталкиваюсь. Понимаете, вот где мы стоим, туда он не должен смотреть, она его поворачивает. А потом она вообще откровенно говорит, мы там покупаем продукты, она говорит, так, нам туда, она боится, что сейчас он повернет голову и увидит, вот он нас близко, вот мы вдвоем с дочкой ходим. Она прямо боится, что сейчас он нас воочию близко увидит, он, наверное, близоруки палит, так думаю, далеко он не видит, вот. И она очень расстроилась, и вначале она хохотала, я была в маске, потом я маску сняла, дама расстроилась почему-то. Вот, понимаете, ну, лицо женщины, вот, еще делают губы, конечно, и мои губы розовые, ее губы ярко-красные, что-то она подумала, что мои губы, что ли, красивее, я даже не знаю, вот, я даже не могу вот глупости тут даже вот объяснить, понимаете, шла в хорошем настроении, да, и вдруг вот таких дикарей, вот таких странных людей очень много сейчас. Какое-то чувство превосходства, понимаете, ехидство какого-то. Ну, животный мир, грубо говоря. Вот так смотришь, и ну, какое-то поведение вообще не человека поведение. И, в общем, бедненькая она убегала от нас. Мы шли на кассу, она бедненькая бежала, чтобы, не дай бог, ее бедненький этот спутник не оглянулся и не увидел нас. И вот что вы думаете, он бедный стоит, у него глаз, понимаете, он у него едет туда посмотреть, где стоим мы. И глаз доходит до определенного предела, и дальше глаз не двигается. Мальчик настолько запуган, девочка, не знаю, ну у нее, наверное, порог ревности такой сумасшедший, что дома, наверное, будет битая посуда, видимо, он ее знает. И я поняла, что бедный мальчик и хочет посмотреть на окружающий его мир. Но если мама 20-летняя не разрешает смотреть, мальчику 25-летнему, сыночку 25-летнему, то, наверное, сыночек и не смотрит. Вот есть такие отношения, мужчина и женщина, да, мать и сын. Хотя она будет или ровесница, или младше, но она в союзе играет роль матери. И я говорю, господи, прямо жалко таких мужчин, но они не расцветут в мужчин, понимаете, они не превратятся в мужчин, потому что женщина показывает, куда голову повернуть ему даже. Я не знаю, я... Ну, мне лучше быть одной, чем с таким мужчиной, понимаете? Вот, но это уже не будет, чем с таким мужчиной. Вот, я не знаю, я как-то в своей жизни, в моем понятии, мужчина, это вот флагман, это ты за ним, прямо как за стеной, ты идешь, ты королева. Тебе не важно, кто справа, кто слева, ты королева, понимаете? А тут идет сама красивая, но я вижу, что боится, что кто-то будет лучше ее. Высмеивает, смеется, пальцем показывает. И вот эта шляпка, я взяла, вот знаете, мне даже стало интересно, вот чисто психологический такой эксперимент я провела. Я вот взяла эту шляпку, она у меня лежала там, да, вот шляпка лежала она у меня в этой корзинке. И я думаю, да, я посмотрю на реакцию этой дамы, как если я шляпку одену. Ну, у дамы случилась истерика. Дама вообще потеряла самооценку, по-моему, она быстренько потом одела маску, загрустила, опустила, в общем, вообще лицо вниз. Поникшая, знаете, сникшая такая, смех ее прошел. В общем, по-моему, свет мой зеркальце скажи, вот сказка, да, Пушкин еще писал, да всю правду доложи. Я ль милее всех на свете, всех румяне белее, вот сказка, да. Вот, девчонки, ну, я не знаю, ну, разве можно так? Ну, город полон красивых женщин, красивых девушек. Если вы своим парнем вот так будете руководить и так манипулировать, ну, я не знаю, он или свихнется с вами рядом,
Или он просто от вас уйдет к Едрине Фене, он нафиг вообще скажет, зачем эта женщина рядом вообще любая. То есть он по этой женщине будет весь мир мерить, он будет думать, что все такие дуры, понимаете. Ну вот несколько слов, пожалуй, вот вообще о мире, где мы сейчас оказались, да. О мире женщин, о мире мужчин, мужчин ли, вот понимаете, вот если вот я видела сегодня это. Вот, и в общем-то, в принципе, как сказать, ну я как-то даже растеряна такой ситуацией, как-то потрясена даже, честно так сказать, и говорю... А есть ли вообще вот сейчас как самоуважение какое-то в союзе, доверие к своему партнеру, да, к своему мужчине, да, что он тебя не предаст там? От чего она так себя ведет? Вероятно, она не уверена в том, что он с ней надолго, и то, что он, ну, он любит ее. Потому что когда женщина любима, да, когда она вот женщина, она не сомневается ни в чем, она идет, она королева. Вот, понимаете, она любимая, она уверена в себе идет. А здесь мир неуверенных мужчин, неуверенных женщин. Наверное, что-то вот как-то, понимаете, что-то треснуло в этой платформе вот отношений. И люди вот начинают сходить вот таким образом, может быть, даже, можно так сказать, что они сходят с ума просто-напросто. У людей или проблем нет своих, вот я даже думаю. Я даже порой думаю, что у них, наверное, собственно, нет личной жизни. Вот когда у меня есть мужчина, я счастлива с ним, меня не интересует, что там вокруг, кто там на меня как смотрит, да? Кто как вообще там круче, краше. Я иду, я любима, я счастлива, я лечу. Вот у меня был мой муж, да, вот, и ну, мы расстались, разошлись. Но я прожила 13 лет счастливейших в браке, вот так скажем, да. И, в принципе, до свадьбы я была уверена, что мужчина мой меня любит. Это как он добивался, там, моей руки. И я шла такая девочка в мини-джинсовой юбочке, на шпилечках. И я знала, что этот мужчина, ну, он просто боготворит меня. Вот просто он мой, и все, до мозга костей. Вот просто я вот, я его женщина, он мой мужчина. И мне вот без разницы, даже певица из Москвы приезжала, и вот она хотела, выходила в зал моего мужа пригласить танцевать. Но мой муж не пошел с ней танцевать. Но она стояла, женщина, которая привыкла, что, ну, мужчины ее любят, она привыкла, что мужчины ценят ее. Она была настолько потрясена, понимаете, она стояла, и она требовала от него, чтобы он встал, просто встал. Там вообще такая борьба была между моим мужем и ей. Такая молчаливая такая борьба. Она говорила, ты что, ты не понял, типа, как бы я тебе счастливить подошла из всего зала, я к тебе подошла. Он меня обнял, и все, мы вот сидим, и я говорю... И мне так смешно стало, что она не поняла, что я королева для него. Единственная такая королева. Понимаете, все, больше другой нет. Вот, так что, девчонки, успокойтесь, ищите мужчину, в котором вы не будете сомневаться. Которому вы глаза завязывать не будете. Понимаете, вот у меня такое ощущение, что скоро женщины не только маску вот оденут себе и мужчине своему, а маску ему оденут и сюда, еще будут его водить. Понимаете, вот как это, Фемида, да, она с завязанными глазами. Вот она ему завяжет глаза и будет говорить, там молоко, там сметана, бери там, бери сям, домой поехали. Вот, понимаете, то ли мужчин сейчас мало, которые в отношения вступают, что женщины так прямо хватаются за них. Вот может от этого вот эта боязнь потерять этого партнера. Ну, тогда это партнер, да, тогда это не близкий, не любимый человек. В общем, говорить на эту тему можно долго. Вот, а сейчас я новое видео хочу для вас еще записать. Еще есть у меня тема, интереснейшая тема причем.